Так, такой же вопрос, Мурик, я знаю ответ, сколько тебе обходится ее содержать. Сколько вложил в нее? Я масло только менял двигатель и все. Вообще ни рубля не вкладывал. Ну, маршал. А, и сход развальные болты поменял задние. 1500 рублей на одну сторону и сход развал. Ну, 5000 денег и 17300 за масло моторик. Все. Ну, 20 тысяч, грубо говоря, и все. Ну, нет. И по сей день в ней делать ничего не надо, кроме как внешки. Бампера где? Бампера на покраске, в малярке. Я уже только где-то, наверное, месяц не могу собрать ее. Не могу, точнее, найти нормального мастера, кому можно заехать, кто... К примеру, возьмет, покрасит бампера и четко по зазорам все соберет, как положено, сделает и отдаст. Короче, по расходам ты не жалуешься вообще, кроме как на бензин и на масло. Вообще ничего не было. Не в этом плане. Резина, бензин, масло, все. А у меня до этого F30 была, там, ну, другие BMW были, в каждую почти не меньше 400 тысяч вложил. Нет, Мерси, честно говоря, вот именно вот этот Мерс, он очень крепкий. Это корч на повседневку. Езди как по кайфукам. Ты все первые три скорости. Ну, ни один день, вообще ни дня не было, вот вообще, когда я на ней выезжаю, что боком не дал, или вообще хотя бы, ну вот я выехал, к примеру, да, хотя бы час, чтобы я спокойно ездил, ну невозможно. И не только я езжу на ней, все просят круг сделать. И все, кто садятся, все так же дают. Все, здесь будет сейчас кадр, как мы на красном выехали один день. Ну там телефонная съемка, правда, ну там нормально. Вот так надо делать, да, это везде. Машину с торчащим из окна пассажиром несколько раз бросила из стороны в сторону и вынесла навстречу. Но, судя по комментариям оператора, больше всего гонщиков волновало не то, что могут пострадать невиновные, а то, как бы не врезаться в более дорогую иномарку. Там Бентли, брат, там Бентли! Бентли видит, уже отъехал, понял, на встречку? На записи видны номер машины, лица тех, кто в салоне. Водителю может грозить крупный штраф или даже лишение прав на полгода. Ну а на самом-то деле это что за бывает в натуре аппарат? Просто вот ты заправил, резину поменял, масло уровень туда-сюда, ну свежее масло, что было, всегда смотришь, все, просто жаришь ее. А ты посмотрел, ты каждый день что-то, адаптация, прошивка, как это называется? Что за ванусы, неправильные там, что-то у него там... Что у тебя еще там? Редуктор, у него блокировка не срабатывает. Срабатывает? Как не срабатывает? Через раз. Ладно, один вопрос. У тебя 340 едет она? Да. Нет, на ней 340 есть? На чем? Причем есть, она едет 340. Я еще, у меня просто не было повода, чтобы я по трассе не ездил просто еще. Не ездил. Не, она знаешь что? Блин, по-любому, какая бы она ни была, вот те не, эмоции. Знаешь, те эмоции. Просто знаешь что? Дай тебе скажу, подожди. Эта машина, понял, вот она, вот этот рев, понял, вот этот выхлоп ее, вот это вот все, понял, вот ее
Она вроде бы и старая, вроде бы и современная. А твоя? Моя, брат, намного современнее выглядит. Почему? Брат, ты эмоции эта тёчка никогда не даст. Почему? Дает? Конечно. Не дает. Как она даст? Она большая корова, она маленькая, везде можно поехать. Брат, какая бы она небольшая, она средняя. Большая это семерка. Но она не тянет с ней, мы ставились. Когда ставились, мы не ставились. Давай встанем вот сейчас. Без проблем, брат, ну давай. Я спокойно твою объеду. Ну давай поедем. Просто дали куча ошибок там, коробка, адаптация. Вот этим всем и сказано, вот что брат. Такое BMW. Вот ты BMW покупаешь, сколько 900 тысяч вложил, даже? Так, я тебе сейчас скажу. Я сейчас скажу кое-что. Просто знаешь, эта машина, ну точнее, я не ее уровень. Я не дорос до нее. Я могу ее обеспечить. И за ней каждый когда. Ее зачем обеспечивать? Просто расходники меняешь и все. Просто понимаешь, ей 60 М5. Ты о чем не говори? С 6,3 АМГ, ты о чем не говоришь? Да, конечно, говорит. Просто это 1,6-6,3 разница, знаешь, в чем? В рёве и в тяге, и все. А так в остальном одна машина. Это, брат, знаешь что? На ней ты посадишь тещу, жену, ребенка, куда-нибудь поедешь? Ну да. Какой она неудобная, брат. Она маленькая, тут сзади. Я езжу не для тещи, жены и ребенка, за меня отдельно для этого машины. Шаха? Нет. Какая? Мазда. Окей. А это, брат, ты можешь посадить всю семейку, поехать на дачу куда-нибудь далеко. Комфортно, мягко. Ты хоть разу сажал семью и поехал на дачу? Комфортно, да? Я сажал, ну на дачу не ехал, в другой город ехал. Куда? Бра, вот она, Мерс. Все есть, просто нужно собрать. Смотри, тебе не нравится M5 же, да? Я знаю, ты что хотел сказать, а какого цвета твоя M5, да? Какого цвета твоя цешка? Тебе же не нравится цешка? Не, на самом-то деле, больше всего, знаете, не нравится мне цешки. У меня просто ранее была цешка, но у меня была 1.6. Смотри, просто вот, как я не знаю, вот смотри, вроде Мерседес, знаешь, столько денег отдаешь за него. Посмотри вот сюда на их эти. Да, с китайской стенами. Посмотри, можно камеру поближе, посмотрите на их вот сюда вот. Это у всех вот этих вот цешек, смотрите сюда. Как будто вот, есть же этот, как его, пластилин. Она на 2 часа у тебя оторвется скоро. Она же перебитая. Нет, эту машину хейтить мне сложно. Сложно по той причине, потому что я тоже ее люблю. Из Мерсов, самый, который я уважаю, люблю, C63 именно в этом кузове. Или Рейс, разница нет. Не, Рейс посимпатичнее. Рейс посимпатичнее, да. 70 тысяч сказали. Капот окей, около сотки. Понял. Как она тормозит вообще? Она же не тормозит. Нет. Не тормозит, нет. Даже? А BMW тормозит. Вот в плане тормозов мне не нравится, если честно. Не вот знаю, ты... может именно моя не тормозит. Хорошо, Саша, смотри, хорошо. Ты сделал бы бартер? Вот я напрямую предлагаю сейчас М5, ключ на ключ. Сделал бы? Нет. Не сделал бы, да? Не, я не сделал бы, знаешь почему? Не от того, что мне М5 не нравится, не от того, что она плохая, мне она нравится, а от того, что ее содержать тяжело. Окей, вот единственное, почему я хочу... У меня много вариантов было М5 взять, я почему не брал? Просто то, что содержать ее сложно. Согласен. И запчасти на нее, к примеру, сложно найти, согласен? Намного сложнее. А на нее, в принципе, по кузову все подходит от обычной, даже фары. А разница в E60... Двери подходят. М5, E60 и обычная E60 ничего не подходит. Двери тоже? Ничего абсолютно. Абсолютно там крылья, там ничего, понял. А здесь только капот, передние крылья. Ну, фары, бампер, это ясен пень. А так абсолютно ничего. Все понял, другое там. Элементар М-ка чуть шире. Бензонасос там 2-3 косаря стоит на обычную, тут 65 косарей стоит. Ребят, на сегодняшний день мы живем такое время, что каждым днем зарабатывать деньги становится сложнее, согласитесь. И у меня появился друг, который подкинул мне очень интересную тему. Сейчас я вам его покажу. И там можно реально поднять. Сейчас я вам продемонстрирую эту штуку. Делаем ставочку там на 1000 рублей, условно говоря. Сейчас чувачок будет, или улетит он, или упадет вниз. А мы на 2x уже забрать. Все, выигрыш 2300 рублей. И так можно рубить нормальные деньги. То есть вот у меня было 8000 на балансе, сейчас 9400. То есть, ребят, в чем фишка? Это мой товарищ взломал игру.
и дал мне промокод. По этому промокоду я играю и на 2x постоянно забираю. Просто забираю. Больше 2x не надо делать. Там 10x, 20x можно, но можно прогореть. Так что рисковать я не рискую. А на 2x там можно забирать. Определенную сумочку забрал, пару тысяч в день стабильно можно делать. Даже больше. Не надо увлекаться не только в этой игре, а вообще в общем. Нельзя увлекаться. То, что я хочу сказать, есть промокод, при регистрации вы его вводите, и у вас автоматически игра взламывается. И уже получаете, может делать. Прямо вот здесь я закреплю подсказочку, где парень рассказывает подробно про всю эту кашу. И также будет ссылка в закрепленном комментарии. Перейдите, посмотрите, может это вам тоже будет полезно. И да, ребят, любой финансовый проект имеет конец. Поэтому у вас пока есть время, ребят, залетайте, делайте. И не надо увлекаться этим. Надо там миллионы пытаться зарабатывать или еще что. Вы миллионы так не заработаете, но 3-4 раз выигрывать день, это, я считаю, это нормальные бабки. Не знаю, как это еще описать, поэтому есть такая тема, вот держите. Понял, все другое, это для... никто не разбирается. А, кстати, мне нужно бензонасос поменять, я забыл сказать. Для меня кажется, что это нормально, что она так и должна ехать. Но когда я делал диагностику, вот эндоскопию, там, по ходовую все проверял для себя перед покупкой, мне сказали, типа, поменяешь бензонасос, почувствуешь разницу на процентов, ну, 30 сказали, больше. Ай, тормози, да. Ну, мне так сказали. Обманули, что ли? Возможно. Не, смотри, визуально посмотри тогда. Какая интересная. Вот посмотри сюда и посмотри сюда. Куда посмотреть? Ну, на нее посмотри, вот сюда. А. И туда посмотри, еще скажи. Да она у тебя вся разноцветная. Че? В каком плане? Ну, у тебя зазоры все вот так вот, фары треснуты. Единственное, вот здесь бампер мне красили, зазор не выставили, и все, в основном везде идеально. У тебя подкрылок тоже нету, сгрызанный. Ну, у тебя тоже нет? У меня есть багажник новый. Вот. Но у меня багажник новый. Я тоже куплю, когда бабки будут. Потом у тебя вот это крыло другого цвета. Как ты понял это? Вот это другой цвет. Она в идеале, брат. У тебя там фара, у тебя вот здесь рыжий. Фара поломанная, она мутнее светит, чем это. Посмотри вот отцов на цешку, такая маленькая, компактная, миниатюрная машина. Понял, она даже в этих есть, которые... Формула-1. Да, вот у нее. У нее, это вообще дань Формула-1, вот здесь ее построили. Вот это, которая есть, вот эта машина, Доминик Торетто. Ты видел? Михаил Шумахов. Фиферу за родой. Любимые тачки Формула-1. Не, ну а на самом-то деле, вот честно сказать, любви достойно только... Фигамати Камри 3-5-5. На самом деле, любимые тачки гонщика Формулы-1 это C63 и M5E60. А ты знаешь, что мотор выпускал, который фамилия мне на самом деле писал? Ну, здесь? Да, мне Торетто писал. Он же с моей слухи. Ты знал? Изберга, что ли? Не, арбучный, да, мне Торетто. Да? Ты посмотри сюда, брат. V10. Иди да отсюда! Нет, эти резинки мне надо поменять. Вот это ресивер, который садится. И все. И все. Ладно, пусть будет по-твоему. Ну, все, говори, говори. Я хочу, брат, у тебя же на твоем же YouTube-канале хай твою машину. Ну, а так, одна резинка, сколько мы тогда посчитали? 3800 стоит вот одна, такая. А там их 10. На одной стороне. На одной стороне. Нет, все 10 надо поменять. Пойди. Здесь 5 и здесь 5, правильно? Да. Ну, 10. Ну, рублей 38. Плюс замена, плюс их тяжело менять. 40, ладно. Не, ну на самом-то деле... Я это... без настроения, а так я бы нормально этот самый. Это задница... С интересом сняли бы. Не, на самом-то деле эта задница красивее. На самом-то деле, говорит? Да. Почему? А в чем тебе задняя часть этой машины нравится? Не, неплохая. Ну лучше этой задницы что может быть? А? Что может быть лучше этой задницы? А? Лучше может быть этот принцесс такая, негритянка, ну такие Ники Минаж. Если она посередине стояла бы, ты ни туда, ни сюда не посмотрел бы. У меня и громче. Мерзко орёт так. Мерзко? Да. Ты издеваешься? Не, у меня зуб в Одессе, брат, это ни с чем не сравнится. Рычит, каждый мерз рычит. Нет, не каждый. Каждый мерз рычит. Объемистый, каждый мерз рычит. А в Одессе ты с чем сравнишь? Только с Формулой 1. И все. И мотик там литровый. Но у тебя не звучит так, как Формула 1.
Звучит. У тебя столько выхлоп был намного приятнее, ты взял какую-то ерунду сделал. Не, я могу управлять. И чё? Слушай, и чё, я могу управлять? Но если ты на стоковом, то нормально. А если вот твой вот это вот, когда ты там что-то за солнце включаешь, мерз. Ну давай сравним. Давай. Давай. Ну просто шумит. Ладно, давай, давай. Давай свой шарман. Твоя заводится, знаешь как? А? Слышишь? А? Я говорю, твоя знаешь как заводится? Тихо. Давай, давай. Хлопок. У нее вот единственное, что есть хлопок, а так в основном она пыхтит просто. А там, брат, приятно, слушай, понимаешь? Все понял, не обессудь. Все, да? Не, хороший выход, хороший. Стоковый, стоковый. Стоковый? Да. Блин, ну она хлопки очень громкие. Огнем? Да. А видишь, этот самый, я же говорил про бензонасос. Ну? Ты почувствовал момент, когда только я ее завел, она как будто вот... Трая затроила? Да, и потом вот набрала. Да. Сейчас заедем на 402 метра тоже. Ну, такой разогревочный. А дальше уже встанем, сделаем серьезный гонку. Я за тобой бежать не устану. Нет, не проси, уходить я не стану. Хочешь, я звезды с неба достану. Вместе с тобой погружаюсь в нирвану. Не плачь, я не буду таким, как он. Дела все в том, я к тебе только лишь добро. Давай петь с тобой в унисон, моя. Ловим мотив, моя, не сон. Не нужна другая, только ты малая. Милая, родная, вместе. Раскрой голову, мать, ты держи меня, не отпускай. Ты держи меня, не отпускай. This is my love, this is my love. Раскрой голову, мать, ты держи меня, не отпускай. Ты держи меня, не отпускай. This is my love, this is my love. Да он футбол насмотрелся. Не-не, он немного просто переехал. Почему нельзя просто поехать? Зачем вот так ехать? Ты начал боком выезжать, ты мне всю кожу снял. Ты что шумишь, что ли? Я просто спокойно тронулся. Всю кожу снял, гей. Счет 1-1. 1-1, да. Короче, у Мурика закончилась резина, поэтому он не будет ее просто менять. Грех просто взять и поменять резину, надо добить ее. Поэтому, Мурик, делай. Патрубок взорвался. Сейчас переход должен был быть, как он боком выезжает. Великолепный план, Уолтер. Просто оху... За спиной моих братьев и оступившись на старте, разбиваемся в погоне за счастьем. Так боремся за любовь, но за все нами разбитые сердца вновь заплатим. И оступившись на старте, разбиваемся в погоне за счастье. И меня крутит Tom Away every day, давно топит без ремня, и меня крутит на хайвей, но вдалеке. Ну и по сей день мне делать ничего не надо, кроме как внешки. Ну
А на самом-то деле, так что за бать? По расходам ты не жалуешься вообще, кроме как на бензин и на масло. Вообще ничего. Пока мы не попрощались, идем спросим вообще. Братан, ты непосредственно с меня спросить не можешь. Ты максимум, что можешь сделать, ты можешь поинтересоваться. Понял? Спрашивают слохов. Ты понял, что я тебе говорю? Мурика, что и как? Что там, брат? Мне кажется, его просто карма настигла. Как он хейтил мои BMW, типа, сервисом, сервисом. Просто жаришь ее. А ты посмотри, ты каждый день что-то... Адаптация. Зачем ты меня позвал снимать? На самом-то деле, я, как говорил ранее, вообще ни рубля не вкладывал и ничего не делал в этой машине. Масло только менял двигатель и все. А, и сход развальные болты поменял задние. 1500 рублей на одну сторону и сход развал. И 17300 за масло моторик. Блять, сука, серьезно? Наши деньги? На, серьезно. Ты не верил. Глобальная проблема будет этот ремень всего лишь и все. Все, все, блин. А. Вообще приехал сюда резину поменять. А так планы сервис. Были поморосить, поехать очень уже в город. Жестко, очень. Для этого будет у нас мотивация, чтобы выпустить вторую часть. Как будем... Давай в собранном виде уже, я ее соберу, когда она будет уже на туре, вот красиво смотреть. Все, сейчас мы... она разложена, непонятно. Остановка Тамбра. Не прощаемся, говорим до новых встреч. Всем ассаламу алейкум. Пока хочу напомнить, что про то видео, вот здесь ссылка, где парень реально обучает вас, делает мани-мани. И все, ребят, переходите, дерзайте, а я пошел.